Всем привет! Меня тут угостили баклажанами. И это означает, что все правильно. Будем готовить икру баклажанную. Итак, для начала добываем огонь. Идем подготавливать овощи. Нам понадобится непосредственно баклажаны, чесночок, помидорка, перец болгарский, соль, перец и чуть-чуть масла оливкового. Тыкаем наши овощи беспощадно. Все, кроме перцев. Угли наши готовы, ставим овощи запекаться. Тем временем нарезаем чесночок. С одной стороны наши овощи подпеклись, переворачиваем их. Ничего страшного, что овощи вот подгорели типа, потому что эта кожица будет сниматься. Очищаем наши перчики. Они первые пожарились. Видите, как кожица снимается легко. Затем в ход идут наши помидорки. Тоже, как и перцы, очищаем вначале. И нарезаем мелким кубиком. Видите, тоже кожица как снимается легко. Горячая. После чего в ход идут наши баклажанчики. Также очищаем и нарезаем. После того, как все нарезали, осталось добавить чуть-чуть зелени. Ну, кому как. Доводим до вкуса чуть-чуть перца. Соли. Забыл сказать про лимонный сок. И капельку оливкового масла. Все перемешиваем, и наше блюдо готово.
Осталось только попробовать. Это блюдо идеально подойдет к шашлыку, к мясу, вместо соусов, кетчупов, майонезов. Очень полезная бомба из клетчатки, можно сказать. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока.